Всем привет, с вами канал «Все для огорода». Здравствуйте, мои дорогие подписчики, подписчицы, а также гости моего канала. Здесь вот такие вентиляторы от разных компьютеров. Вот, где я взял? Один дед там на даче ходил и по помойкам и собирал разную такую электронику. И вот на даче он там много мешков набрал, вот как раз вот. И я там крыл бабке крышу, она мне попросила крышу покрыть. Она говорит, вот хочешь, вот там у деда мешки, может быть, что-то ты себе наберешь. Ну, у нее там в основном как бы все из помойки, можно сказать. Вот я выбрал там три штуки таких, взял вот вентиляторов таких от кулера. Вот. Ну, думаю, пригодится, может сделать это самое обдув этого компьютера. Но единственное, что для обдува компьютера надо сделать корпус такой из фанеры, и чтобы немножко под наклоном было, чтобы он засасывал воздух. Или, может, вот так вертикально поставить, чтобы он засасывал и дул непосредственно, охлаждал компьютер. Но сейчас пошли новые компьютеры. Я смотрю, если старым компьютером у меня там постоянно вентилятор гудел, а сейчас новый компьютер, он даже вообще ничего не гудит. Видно, уже такие процессоры делают, что они, ну, для них не требуется такое охлаждение, как раньше было. Вот постоянно там кулер этот забивался, пылью забьется, главное. Смотрю, компьютер раз отключился, думаю, в чем же дело? Открыл я этот отсек, где вот этот вентилятор нам крутится, а он весь в пыли, блин. Я все это дело продул, прочистил, смотрю, заработал мой компьютер, ноутбук. В ноутбуке было это дело. Вот, сколько? Ну, лет, наверное, 13 или 15, что там, когда я ноутбук-то купил. Вот, ну, послужил у меня. А он, и у него этого ноутбука, левой части этого экрана сломалась. Кронштейн. И он был XP. Вот, а сейчас для Ютуба XP уже не годится. Уже с 2021 года, с лета, XP уже нельзя, у кого компьютер с Windows XP, уже не зайти на Ютуб. Поэтому надо Windows 10, пришлось Windows 10 купить, чтобы можно было заходить на Ютуб. Понятно, да, вот такие вот кулеры. Может быть, вентилятор сделаю, возьму себе на дачу. У меня там фанера есть. Вырежу из фанеры, сделаю каркасик и будет обдувать. Вот такой небольшой столик сделаю. Ну, небольшой там. В общем, сделаю. Вот здесь он отработает сколько там, вольт, 5 вольт, наверное. Ну, питание можно сделать такое небольшое. И будет крутиться. Спасибо за просмотр. С вами канал «Все для огорода». Всем пока-пока.